Памятник жертвам политических репрессий превращается в общественный туалет и место обитания бомжей. Об этом рассказали ЗАПРУ сотрудники одной из расположенных в этом районе организаций. Каждый день мы видим, как на скамейках у памятника собираются асоциальные личности. Они приходят с вокзала, пьют спиртное, спят, закусывают и выясняют отношения. Сам памятник используют как туалет. Там уже пройти рядом невозможно, рассказали очевидцы. С их слов, нарядов полиции в этом месте они не видели несколько лет.